Находимся на просеке. Несколько лет назад здесь прокосили лес. Вот что мы обнаружили. Уже тащим его километра два. Да, Юр? Ну да, примерно так. Остановились. Фух. Сейчас размеры. Юр, рядом встань для сравнения, чтобы понимали наши подписчики, какой он длины, ширины, высоты. Будем его в дальнейшем обрабатывать, высушим. Рисунок характерный, красивый. Главное его правильно просушить, не очень быстро, чтобы он полежал. Постепенно температура будет подниматься к лету, и он будет равномерно усыхать. Надеюсь, не лопнет. Ой. Ладно, тащим дальше.